Привет, дорогие мои подписчики, снова на канале Android Vlog. И сегодня просто такой день, когда я должен смонтировать видео о том, как ломать Wi-Fi сеть на Android. Ну, в общем, так как у меня есть Sony Vegas, я хотел обычно замонтировать в нем, но потом, как увидел, что мои видео с телефона, они просто не вставляются в Sony Vegas. Да, было такое, но вчера, именно вчера, не знаю, может, какие-то драйвера пришли, обновление какое-то становилось на мой ноут, но каким-то таинственным образом оно уже начало вставляться. Ну, во-первых, я такой подумал, ну, давно я уже монтирую в Sony Vegas, давно. Надо бы уже и подучиться помонтировать в Adobe Premiere Pro. Ну, я такой думаю, что, например, попробую видео, как сломать Wi-Fi сеть на Android, смонтировать в Adobe Premiere Pro. А вот уже этот влог выйдет смонтирован в Sony Vegas. Ну, вот открывается наш Sony Vegas. Ну, все записывается на мою веб-камеру. Раньше вы меня так не видели, а теперь хорошо видите. Мы открыли наш проводник. Ну вот, видеозаписи, например. Вот я перетягиваю свое видео Sony Vegas, которое записано с телефона, и оно... Ну, я жду. Я жду. Вот все. И оно вставляется. И что вы можете на это сказать? Сейчас. Все вставилось. Оно свободно вставилось. Ну хорошо, это не главное. Главное, что я скачал и установил Adobe Premiere Pro. Вот, Premiere Pro. Оно сейчас будет очень долго открываться. Но если хотите, то давайте откроем. Расскажу вам историю про Adobe Premiere Pro. Я качал его с сайта diakov.net. Я не хочу говорить, что это за сайт, ну просто нельзя на YouTube распространять пиратские сами программы. Поэтому ссылку на Adobe Premiere Pro для скачивания будет внизу под видео. В общем, так уже запустилась наша программка. Скачал я этот Premiere Pro. Начал установку. Устанавливал сколько оно? Где-то 1,5-2 часа. Серьезно, да? Где-то так устанавливалось. Потом установка, она закончилась. Ну и такой думаю, ну запущу. Запустил первый раз, написала: пожалуйста, установите какой-то видеокодер. Не было какого-то видеодрайвера. Я так и думаю, ну плевать на все это, буду решать проблему я с Sony Vegas. Ну, чтобы вставлялось в видео, которое я снимал на телефон. Короче, полазил я в интернете, залез я в ВКонтакте, в специальную группу Sony Vegas, задал вопрос, посмотрел там кодеки, ну, типа, хотел поустанавливать кодеки в Sony Vegas, и что там, что-то решится. Ну, и знаете, что? Не решилось в Sony Vegas. Но вы уже знаете, что оно вставляется. Хорошо. Что дальше было? Дальше... Просто я такой думаю, ну если не получилось в Вегасе, нужно что-то думать с Premiere Pro. И как раз я в паблике в Sony Vegas ВКонтакте нашел там кодеки, и меня при запуске Premiere Pro начал просто запускаться. Он начал запускаться, серьезно. Вот сейчас потихоньку он у нас открывается. Ну, типа открывается. Потому что при первом включении меня Premiere Pro, он подлагивает. Вы сами должны знать,
Какой у меня... Хорошо. Ну, хорошо, новый проект. Какой у меня мой... Хорошо, назовем... Тест 1. Пусть так. Что у меня очень слабый. Ну как, 1 ГГц процессор и 4 ГБ оперативки. И что монтировать на этом можно? Ну практически ничего. Здесь будут лаги, лаги и лаги. Но смонтировать можете. В общем, как я думаю. Можно попробовать в Premiere Pro промонтировать, но... Как сказать? Sony Vegas я уже давно монтирую. А Premiere Pro это давно... Ну ж... Не монтировал вообще. Хотя да, я сохранял проект некоторые, но так, чтобы выложить на канал, не вылаживал. Ну, учиться придется. Может, новое добавили в Premiere Pro. Чего я не знаю. Пока, как мы видим, у нас не открывается наш проект. По-моему, и Premiere Pro у нас подглючило. Просто закрыли. Ну, я так думаю, что на этом можно видео наш влог закончить. Ну, как влог. Просто рассказал, что интересного случилось на этой неделе. А, кстати, еще. На этой неделе у меня стукнуло на канале 1000 подписчиков. Это очень, очень прикольно. Спасибо вам, дорогие зрители, дорогие подписчики, что вы подписываетесь и смотрите мой канал. Мне очень важно, чтобы вы смотрели видео, чтобы были на канале, чтобы была какая-то активность на канале. Мне очень приятно, что вы есть, что вы подписаны на мой канал. Спасибо вам за все. А пока... Пока все. Premiere Pro у нас уже ликвидировалось. Я так думаю, что если мне не понравится Sony Vegas, нет, ну я останусь с ним монтировать, но уже, как сказать, ну уже монтировать более профессионально может будет в Premiere Pro. Вот давайте посмотрим. Есть у нас аудиоэффекты. Бас, частоты. Ну, короче, поставил себе я русскую версию. Украинская не было. Украинская меня только Photoshop. Аудиопереходы. Видеопереходы. Ой, у нас здесь много есть видеопереходов. За это я и полюбил Premiere Pro. Потому что в Sony Vegas там не очень много переходов, а чтобы их установить, нужно плагины. А в некоторых плагинах там нужно подбирать ключ и... Короче, многие с вирусами. Что вам показать, как можно монтировать? Ну, во-первых, зайдем в жесткий диск. В жесткий диск. Проводник. Например... Перетянем видео какое-то. Какое видео перетянуть? Ну, хорошо, мое видео перетянем. Так, Premiere Pro. Так, копируем в верхний левый угол. Открывает наше видео. И... Ну что? И оно сразу говорит. Говорит вот-вот. Дима, не открывай, пожалуйста, не открывай, пожалуйста, а то будет начинать лагать. Так. В общем, можем перетащить наше видео на таймлайн. На дорожку монтировать. То есть мы уже перетащили, но, как видите, ну вот, все у нас есть. Сделать. Знаете, я не хочу просто... делать какие-то видеоуроки, как монтирую, потому что
Больше время провожу интернет. Серьезно, да. Канал мой создан для того, чтобы... Чтобы просто объяснять уже понятные вещи, так как это должны понимать люди. Ну, хорошо. Закроем уже Premiere Pro. Не хочу просто затягивать наш влог. Так, теперь вот так. Хорошо, ну я думаю, что на этом мы уже закончим. Спасибо за то, что посмотрели этот влог. С вами был канал Android News Pro. Меня зовут Дмитрий. Смотрите видео, как сломать Wi-Fi на канале. А на этом с вами прощаюсь. Пока.